летать, конечно, боязно. У меня просто семейные обстоятельства. Внук попал в Семашко, ну, в тяжелом состоянии. Пришлось бежать, решать вопрос. Вопрос решился, сейчас полегче стало, я домой сразу. А так что с возрастом я строго на карантине сидел, на самоизоляции. Все зависит от людей, мне кажется. Только от людей зависит. Если будет соблюдать все правила, ничего страшного не будет. Но это лично мое такое мнение. Нет. Сдаются списки, составляется график, чтобы не толпились, не создавали толпу, и каждые полчаса проходит один человек на тестирование. Берутся мазки, заполняются анкеты, а ПВИ отправляется в лабораторию. Экспресс-тесты должны быть, которые определяют за 10 минут антитела. Над этим очень тоже сильно работаем, потому что с ними тяжело их закупить, пока нету в том количестве, которое нам надо, и компания не готова поставлять. Так вы знаете, что Собянин проводит акцию 70 тысяч в неделю, поэтому все уходит туда. Ну, как только мы сможем это приобрести, так и будем тестировать. Мы планировали на этой неделе, но, к сожалению, не получилось, будет со следующей. Ну, конечно, скажется хорошо, потому что много рейсов начнется и на зарплате, и на всем.